Всем привет, с вами Ниагара, добро пожаловать на мой канал. И перед вами Принц Персии Забытые Пески. 2010 года игра. Я не играла во всю серию, только, может быть, самую-самую первую дендевскую версию. Она есть на канале, кстати, это полный ужас. Это самое начало, 9 лет назад, начало моего канала, вот. И я не знаю сюжета этой игры, не знаю управления, так что буду нубить, не ругайтесь. Но здесь есть режим обучения, поэтому думаю, я освою. Ну и мне самой будет интересно посмотреть. Уровень сложности, вот нормальный, либо легко. А его потом можно поменять, интересно, в процессе игры. Ну давай, ладно, легко пойдем. Так, очки опыта можно получить за победу. Можно найти в саркофагах. Прокачиваться будем, да? Опа. Внезапно. Кто ты? Что ты наделал? Ты так спрашиваешь, будто я бродяга, которому не место в этом дворце. Знай же, что я сын царя Шарамана и брат принца Малика, который правит здесь от имени нашего отца. Я не ищу никакую армию. Меня послали сюда учиться у моего брата, чтобы однажды я стал великим правителем, подобным ему. Когда-то эта земля была сердцем Соломонова царства. Легенда гласит, что здесь скрывается тайна, которую мы поклялись защищать. Наверное, поэтому наши соседи постоянно совершают набеги на крепость. Малику славному своей доблестью поручили возглавить здешнее войско, чтобы устрашить врагов. Но даже славы Малика оказалось недостаточно. О, сколько там народу! Паркурист. Короче, игра про паркур. Это не совсем тот теплый прием, которого я ожидал. Да, почему мне подсказывают управление на не на геймпаде, а на клавомыши? Ага, во, нормально. Ты зацепился или так? Упал. А почему он не бежит, кстати? Икс, чтобы атаковать. Ну-ка, подожди, бег. Так. Ну, нет, медленный. Так, это прыжок. Это атака. Перекатики. Пиночек. Ну, в принципе, ладно. Разберемся. Так, а здесь я могу что-то находить, да? Может быть, бег это если удерживать что-нибудь на геймпаде, нет? Бег-то мне нужен.
Так, подбегите к ней, зажмите РТ. Ага, сейчас. Я должен найти Малика. Он придумает, что делать. Угу. Подожди, ты же... Ой, нет, не хочу пока туда. Бег почему-то... Нету бега, еле-еле бегает. Будем немножко ассасинствовать. Чтобы бежать по стене, R зажмите. А я вот уже пробежалась, кстати. Вот тут по стене, да? Оп! Так, сбить с ног. Иди отсюда. О, добил. А подождите, пацаны, учимся. Ага. Выкинул, что ли? Так, ой, как что у меня много... сняли хпшек. А, ничего с них не выпадает, да, я так понимаю. Вау! Теперь наверх. Так, чтобы схватиться за выступ, подбегите... А, за... ну все, я поняла, где. Вот тут. Вниз. Ой-ой-ой. Наверх. Он шутит еще, успевает. Так. Ага. О! Чтобы бежать, вот здесь пробежаться, да? Угу. Хорошо. Первая серия будет, да, обучение паркуру. Потом, надеюсь, у меня будет лучше получаться. И быстрее. Мне кажется, удача в этом бою не на нашей стороне. Так, что-то их очень много. Уклоняемся. Ай! Так, этот минус, все. Оп-оп-оп-оп. Не надо, чтобы они меня окружали. Ай! Все? А, еще один. Нормально, толпы народу, чё. Отсюда, которые пришли. Так. Опа. А моя основная задача встретиться с братом, с Маликом. Наверх. Ясно. Спасибо за подсказочки. Да, прикинь. Придется. Так. Ну-ка. А он сможет тут подняться-то? Подожди. Да, ничего себе. Чтобы отпрыгнуть, нажмите А. Ну, буду иметь в виду, что он очень такой прыгучий. Как я всегда в прохождении по Лари Крофт не верила, что она допрыгнет, зацепится. А она прям вообще на изи. Он тоже самое. Так, мне наверх. По крайней мере, здесь в меня не стреляют. Да, здесь более-менее спокойно. Слушайте, ну я... Мне кажется, уже... Как-то приноровилась к местному управлению. Угу. Пойдем. Ух ты. Автосейвнули меня. Братан-то, наверное, где-то на передовой. Его там надо искать. Эй, далеко.
Так. А что такое нам туда? А тут не слишком далеко бежать. Ну-ка. Ага. Ой, ну, я не знаю, сколько у него вообще бега хватает, на какое расстояние. Вот это было бы интересно узнать. В принципе, нормалек. Так, чтобы схватить флаг, зажмите и бегите по нему РТ. Ну, так... Ага, спускаемся. Давай, портить имущество, все равно тут разнесли все. Флаги какие-то, нафиг они тут нужны. Пойдем. Опа. Так, еще вниз. Б. Клево. Так, в эту сторону нет. Нифига. Так, сначала бежать, потом отпрыгнуть. Угу, понятно. Ух ты. Мне нравится. По крайней мере, начало мне нравится. Управление четенькое. Он нигде не затупливает. Можете меня поправлять в комментариях. Там, типа, а, куда пошла, сделала не то. О сюжете немножечко пояснить. Я буду очень даже не против. О! Это тоже напоминает мне об Азаде. На! Так, нажмите А, чтобы прыгнуть, затем нанести... Вот, ага. Подожди. Правильно? Норм. Так, мне нужно успеть, что ли, туда добежать, да? Всех убили. Ну, например, вот так. Внизу, по-моему, ничего такого нет. Тут на ловушки, да, начнутся сейчас. Класс, Uncharted. Так. Так. Ну, пока вроде нет ловушек, просто сложно добраться. Угу. Хорошо, что... О, часто сохраняют. Там очень даже удобненько. Чё? Они братика, наверное, хотят грохнуть, да? Он же у них, получается, войском командует. Снимут полнокомандующего и все. Дорогу принцу! Малик! О, Малик! Блин, здоровая дверь. Одному наверное, не поднять. Меня не слышат в шуме боя. Ну, конечно. Все взрывается, все орут. Опа. Сбитого с ног врага X. Ага. Сначала сбить, потом добивание. Ну, то есть вот так, а потом X. Лежать. Класс, тут вообще очень легко запомнить. Как бегать, как бить, добивать. Управление максимально простое. Ну, 10-й год. Хотя графика, вот знаете, я бы не сказала, что выглядит как-то устарело. Нет, нормально. Очень даже вполне себе. Так. Мне сюда ведь, да? Ай-яй-яй. Взяла сразу последнюю в списке игр, потому что я в те все равно не играла. Мне как бы это... Я не знаю, может быть, потом мы поиграем... Ай-ай-ай-ай. Уклон. Может быть, потом мы поиграем после этой части.
Прикольно. Так. А где мне посмотреть, сколько я вот таких штучек накопила? Или это просто ХП? Вроде бы здесь можно ухватиться. Где? Поточнее можно. Где у... А, поняла. Все, я тебя поняла. Здесь прямо видно путь этот. Ну реально, смесь Лары Крофт и Ассасина. Ну причем выполнено очень прикольно. Так, что-то нажали. А что открылось? Можно узнать? Куда ты? Дед! Попрыгунчик. Я хотела посмотреть, что нажалось, а он меня стал отпрыгивать от стены. Все, пошло-поехало. Сейчас мы как раз туда перебежим и это гляну, что там такое. А, ну все, наверное, сработал уже. Замок. Вай. Вай-вай. Марлик! Опять не догнали. Эх. Так, Малик. А его что ли никто не предупредил, что брат выехал к тебе? Как-то, видимо, нет. Подожди, я же тут не пробегу, да? Или мы отсюда пришли? Что-то уже я запуталась. Да. Нам сюда. Так. Оп. Тихо. Здесь наверх. Угу. Так прикольно, они такие очень хорошо отличимые сделали. Вот эти камушки. Просто иногда в играх, знаете, как бывает. Так, чуть-чуть пометочку сделают. И начинаешь тупить. Типа, что, куда, если не разглядел путь. Вот, да. Затупики начинаются. Здесь пока все хорошо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, ну ладно, умер. Первая кровь. Так. Чуха. Подожди, ну что ты делаешь-то? Почему он мне... А что, здесь нельзя? Я чуть не помню. Мы же пробежали, нет? Туда ушел братан. А, нажать, наверное, надо. Угу. Я думаю, что такое? Сохранилось до того, как он нажал. Еще интересно, какая высота для него безопасная? Что, прямо вот упал и все, уже умер. Спокойно не умрешь. Так, у меня тут гром за окном, гроза. Атмосферненько играю. Так. Давай, осторожненько. Я спущусь. Оп. Тихо. А просто вниз, нет? Ага. Прыгай. Ну, сохраняй достаточно часто. Это хорошо, да, туда пойти. Тут больше ничего нет. Отсаны! Да подожди ты. Удерживайте, чтобы сделать мощную атаку. Сейчас. Подожди, мне надо удерживать, я уже всех перебила. Во. Иди сюда. Мощно, это было мощно.
Куда же у нас братан-то направился? В свои личные покои? Почему не остался на поле боя? Куда ты побежал? Наверх мне надо. Так, и еще напишите, есть ли смысл все это разбивать? Вот, ну вот там я вижу, что эти... Получаются у меня эти... Огонечки. Это меня хилит, во-первых. Так, а во-вторых, может быть, мне это еще что-то дает. Или я трачу время зря. Так мне никогда не угнаться за Маликом. Ну, а что делать? Подожди. Я тороплюсь как могу, уж прости. Малик-то по прямой чешет, а у нас, видишь, какой сложный путь. Да. Так, сохранили. Получается, там отпрыгнуть, наверное, надо будет. Сейчас попробуем. Нет. В бок. Угу. Хорошо прыгает далеко. О, таран. Видите, внизу. Пробивают ворота. Но ушел-то он. Почему? Мы проигрываем сражение, получается, или что? Может, он сваливает? Так. Мне вниз, наверное, да? Там вот ворота есть. Давай, аккуратненько. Вниз. Ладно. Вот так. Народу, кстати, было. Вот есть люди, а вначале там у него какие-то скелеты нападали. Нечисть. Еще. Может, мы вообще с нечистью воюем? Я не в курсе просто. Опа. Воу-воу-воу-воу-воу. Закипиш. Ядро прямо в стене. Ничего себе. Попало. Так, допрыгнет он. Ага, наверх. Специально еще камеру сделали. Только что это. Не прыгай, посмотри наверх. Камера подсказала. Мне нравится, ребята. Все пока нравится. Движется плавно. Очень хорошо откликается на управление. Братка! Не то время ты выбрал погостить. Я бы сказал, не то время ты выбрал воевать. Ладно, в другой раз скажу своим врагам, чтобы подождали. Это хорошо, что ты здесь. Нужно открыть ворота. Механизмы в этих башнях. Когда включишь их все, решетка поднимется. Раз уж ты забрался туда, думаю, с этим ты справишься. Легко. Славно. Как все сделаешь, сразу назад. Не хотелось бы сообщать отцу, что я не уследил за тобой. Уследил? Веселый братан у него. Давай быстрее. Ну, подождите. Давай быстрее. Так, а мне надо, получается, вот эти механизмы включить, ничего другого нет? Угу. Пойдем к следующему. Время идет, ага. Погнали. Время. Опа. Ничего. Сработало? Скорее спускайся вниз! Тут не спуститься! Не жди меня! Я догоню! Ой-ой-ой! Стражу перебили. Склеп! Иди в склеп Соломона! Склеп Соломона? Что он задумал? Угу, дверь закрылась. А... Как вот не знаю, там какое-то сражение, нам, наверное, туда. Склеп Соломона. Пока! Случайно.
прыжок. А это нельзя пропускать? Пропустить сцену, да? Склеп Соломона? Что он задумал? Еще бы знать, где он, этот склеп. Так. Угу. Получается, сюда, здесь же это... Что это? Просто как... А, двери с таким же значком. Сюда. Угу. Так, тут спуск. Я привыкла к тому, что должна быть какая-то карта местности. Здесь, видимо, она не подразумевается, поэтому... Я тебя догоню! Ага. Герои всегда идут в обход, так быстрее. Ну, так там дверь закрылась, ты не успевал, конечно. Так, а что? Можно просто спуститься вниз? Нет, не надо, да? Там никуда наверх. Ну, просто прыгни. Ага. Нет? Тогда сюда. Погоди-ка, почему я не могу подняться? Ну-ка, ну-ка. Это не зацепочка, а... Так, может разбежаться? О, ну вот, конечно, оттолкнуться от стены. Мысль у меня сначала была правильная. Такая, что... оттолкнуться и прыгнуть. Я просто выполняла немножечко не так. Добивай. Угу. Ну, эти меня не пугают. Пошли они нафиг. Здесь дверка. Угу. Все на время, ты подумай. Вы можете объединять комбинации до 5 атак. Так, короче, они будут мощные. Ой! Ой, как вас много! Ага! Подожди, там надо было как-то подпрыгнуть. Даже сейчас сделаем. Да тихо! Ой, у меня чуть плохо с КП, да? Там какие-то добивания у меня. Так, мне надо, чтобы они меня не окружали. Только так добиваем. Понятно вам? Пошли вон. Ага. Так, когда я добиваю, важно, я получаю урон или нет? Получается, я же в анимации нахожусь. На-ка. Вау! Ух ты, сука, бога такая. Давай, добивай его. Блин, по хпшке снесли. Смотри, так хорошо, хорошо, что я легкий уровень взяла. Вообще выносят. Что там меня с непривычки. Так, здесь есть дверь. Там, наверное, можно ее будет открыть и добежать сюда. Ладно. Запомнили. Может быть и нет. Ага. А как я бегу, это же очень быстро надо бежать. Да, побежали. Давай. Не останавливайся. Да, у меня будут сложности, наверное, с этими дверями. Тихо. Вот бегать по стенам норм. Я уже как-то приноровилась. Сражаться, ну, тоже относительно. Можно, конечно, постараться поменьше урона получать. Ой, прости, маленький. Я заставил тебя ждать. Просто я устал в дороге и захотел принять горячую ванну. Потом я плотно пообедал, и вот теперь готов защищать твое царство. Шутник. Так. Что тут? Запрыгнуть на колонну.
Ну еще вот так вот будем делать. Чудно. Подожди, назад. Так. Ух ты ж. Блин, надо брату помочь. Опа, не все успели. Эти ворота ведут в сокровищницу. Что ж, придется искать дорогу. Ну, поверху где-то, видимо. Брат решил укрыться в сокровищнице. Эш ты. Так, мне, наверное, вот сюда, да, по колоннам. Угу. Так, давай повыше. Уж не думает ли он освободить армию царя Соломона? Он не в себе, если думает, что эта армия остановит вторжение. Нужно предупредить его. Ну, возможно, он просто уже отчаялся от того, что... Получается, его город гибнет, захватывают. А свое войско не справляется. Поэтому... На отчаянные меры пошел, я так думаю. Ну что, пацаны? Давай. Так вот. Оп. Ха-ха. Не получилось. Ну-ка, отойди. Так, еще один. Еще один, один. Опа! Валяешься? Добей его, что он такой? Ну да. В полет его отправим. Братана предупредить. Так, и сбежит по стене, нажмите А, чтобы отпрыгнуть от нее. Ак я знаю, а мне зачем туда-то? Я же оттуда пришла. Тин-тин-тин. Мне. Так. Через низ я не могу пройти, да? Я просто не совсем понимаю, зачем мне это. Нормите. О! Так, стой. Опа. Ну. И куда мы? Такими темпами. А, спуститься можно безопасно. Все поняла. Эй, я нажала РТ. Ну, он, видимо, уже в свободном полете не мог зацепиться. Да. Эти ворота ведут в сокровищницу. Угу. Что ж, придется искать дорогу. Он должен был зацепиться за вот этот вот флажок, за ткань. Уже начал падать, и было поздно. Склеп. Уж не думает ли он освободить армию царя Соломона? Он не в себе, если думает, что эта армия остановит вторжение. Нужно предупредить его. Ну а что, рядом с ним нет никаких умных людей, советников там каких-то. Не знаю. Пацаны, подходи. Да что ты делаешь-то? Ау! Давай вот тут немножко похилимся. Ага. Ой-ой-ой! Оп! 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 Надо добить. Все, красавчик. Так, там нужно аккуратненько спуститься. Угу. Вот это... Мы научились преодолевать, это хорошо. Опа. И еще хорошо геймдизайнеры поработали в плане того, что понятно, куда идти. Вот, что я хотела сказать. Вот. То есть не блуждаешь, как дурачок, типа, ой, я заблудился, что делать. О!
Ребята, вы не успели забежать? А, там еще народ есть. Да подожди. Ага. Ай. Ай-яй-яй. Так, хилка. У-ху-ху-ху! Народ! Подождите! А, подождите. Вас слишком много. Ай! Так, 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 хилимся, хилимся. Угу. Вот этого надо добить. Готовченко. Опа, не попали. Ну, у меня одни с этими остались, да, практически. Такс. Двое. Это, ну, этот уже закоцан. Ага. Оп. И уклюжие они в броне. Конечно, им тяжело такое таскать. Так. Пацаны, вы меня отвлекли. Тут важная миссия — разбить все кувшины во дворце у брата. Текс. Кого он держит? Это типа львенок? Что-то такое. Напрямик не пройти. Должен быть другой вход. Ну вот тебе показывают. Даже прям подсказывают, куда идти. Спасибо, Ли. Ну, давай зацепись. Не то. Так, так, так. Так, а здесь я могу отпрыгнуть или мне наверх? Отпрыгнуть, наверное. Угу. Чуть-чуть повыше, наверное. Во-во-во-во, самый раз, давай. Опа. Так, дальше. Для прыжка нажмите в любом направлении. Пока. Не в том... Там я вижу, что нужно раскачиваться. Но. Как там пройти? Подожди, я осмотрюсь. Получается, так, здесь я поднимаюсь, потом иду туда. Назад тогда, что ли? Подожди, как? Ему на тот балкон тогда надо попасть, что ли? Так. А если здесь побежать? А-а-а, слушай. А может быть, вообще нам не сюда? Вот так? А может быть... Ага, тут тоже нет. Начинается. Только что похвалила, сказала. Ой, тут так все понятно. Ну ладно, ну здесь понятно, ладно. Так. А, я поняла. Подожди, ну-ка назад. Вот сюда пойдем. Угу. Вот так вот. Так. Вот. Мы в нужном месте. Запрыгнуть на жертв? Да. Легко. Прикольная игра, слушайте. Мне нравится вообще. Чудно. Отсюда не допрыгну, мне кажется. Может побежать? Ага. Так. Спокойно. Сейчас поедем. Угу. Сокровищница. Когда я добрался до сокровищницы, я понял, зачем Малик пришел сюда. Он надеялся только на эту армию. Иначе избежать поражения он не мог. Так я тебе об этом же тоже говорю.
Что он пришел сюда уже просто в отчаянии. Что у него ничего не получалось. Так, а как мы туда можем попасть? Пробежаться? Попробовать. Ну нифига, у него тут сокровищница, конечно. Очень много денег у брата. Так. Чтобы двигать вперед, прыгаю от одной стены. Ага. Подожди, чтобы двигаться вперед, прыгаю от одной стены к другой. А я что делаю? Не так, что ли? Угу. Все, я молодец. Молодец. Да он не умер, это безопасное расстояние, что ли? Хорошо, ладно. Ну тут хорошо получилось. Иногда как-то не ловлю тайминг. Так, бежите, потом отпрыгнуть. Угу. Так. О! Ковыряют уже наши сокровища. Захватчики успели побывать в сокровищнице. Они не встретили сопротивления и унесли все, что хотели. Тогда я и понял, что дворец пал. В смысле все, что хотели? Это наши сокровища! О, народу! Сейчас мы им не дадим вообще отсюда ничего унести. Уходим, уходим, уходим. Вот этого запинаем сейчас. Он один. Так. Уа, приветик. Так, спокойно. Угу. Подожди, не бей. Я тут занята немножко. Сейчас к тебе подойду тоже. Все? Кто это собрались наши деньги забирать? Угу, наверх тут так. Ой-ой-ой. Как мне туда попасть? Так, так, так. Отсюда начинаем, что ли? Угу. Там выход. Так. Ну погнали. Классно. Мне нравится баланс. А, ой, держись. Между сражениями и вот этими паркурными всякими вот этими вещами. Классно. Так, стой. Он туда ведь не допрыгнет, да? А, зацепился. Класс. Так, чтобы изменить направление, используйте L. Вот так. А он наверх сможет запрыгнуть? Да. Взрывают. Чётенький вообще. Чётенький. Я не знаю, я не стала все разбивать, потому что... Да вот такое ощущение, что оно просто мне... хилит меня. А чё ты? Оп. Там, видимо, просто... Была катсцена, потому он не мог раскачиваться. Я думаю, чё он у меня повис. Совсем. О, слон шикарный.
Малик! Наконец-то. Ты сказал, что доберешься. Ты впрямь неплохой воин, как говорил отец. Рад тебя видеть. Пойдем. Посмотрим, как наши враги справятся с армией Соломона. Малик, это безумие. Надо уходить отсюда. Спасай себя и свой народ. Народ? Почти все мои люди погибли. Ты сам видел, что дворец пал. Иного пути нет. Если я смогу командовать этой армией, мы победим. А если не сможешь, что тогда? А ты хочешь, чтобы я отступил? Ты передал эту силу в руки врага? Сейчас у нас есть хоть какой-то шанс. Эта армия не подвластна человеку. На правителе всегда лежит бремя трудных решений. Я вот тоже хотела сказать, почему он уверен, что армия будет его слушаться? Если в моей власти спасти эту землю, да будет так! Я не оспариваю твое право решать, но ты даже не знаешь, что это за сила! Воинов больше, чем песчинок в пустыне. Ключ сломался. Светится. Не трогай. Чё-то Малик, ты накосипорил, по-моему. Конкретно. Это просто песок. Там совсем другая морда. Слоном была замаскирована. Ну и все понятно. Короче, с этой проблемой мы будем разбираться. Скорее в крепость! Спасибо, Малик! Класс. О, это хозяин, наверное, армии. Погнали! О! Эй! В смысле? Так. Валим, валим, валим. Стойка. По какой стене надо побежать? Сюда? Но почему всегда песок? Ну, не знаю, может быть, потому что живете в таком месте. Где сплошной песок. Двери. Можешь подойти посмотреть. Портал. Не знаю, что это. Знакомое место. Пойдем. Вообще здесь неплохо, красиво месяц.
Этим путем я пришел сюда. Но куда же я попал? И кто ты такая? Что ты знаешь об армии царя Соломона? Мы Ирази, царица Маридов, страж Вод и друг самого царя Соломона. Мы помогли заточить эту армию в тюрьму. Но с тех пор прошло больше тысячи лет. Неужели ты... Я из рода Джин. Наш век дольше человеческого, как и наша память, ибо мы не забываем о главном. Ведомо ли тебе, что выпустил на волю твой брат? Эта армия не Соломонова. Ее послали против него. Она создана из песков пустыни, и она подобна чуме. Чем больше она видит песка, тем больше солдат создают. Если не остановить ее, она захватит мир. Как ее остановить? Половина той печати все еще у тебя? Конечно. Хорошо. Это сильная магия. Половина печати даст тебе силы биться с армией песка. Две половины вместе вновь заточат ее. Ты должен найти вторую половину печати, чтобы сложить их вместе. Она у Малика? Тогда найди его и не мешкай. Мы дадим тебе в помощь силу джинов. Классный бонус. Сила джинов. Что ты сделала? Чтобы остановить армию, нужно время. Я дала его тебе. Время? И последнее. Армию возглавляет ифрит по имени Раташ. Он будет искать медальон. Если встретишь его, не вступай с ним в бой. Тебе его не одолеть. Буду иметь в виду. Ступай. Если не сложить печать, это царство обречено. Раташ. Мне кажется, что прогулка не будет легкой. Раташ, его не трогать. Все. Легко запомнить. А мы можем сюда сбегать? А зачем? Просто любопытно, что там. В общем, Малик, конечно, хотел как лучше, но получилось, что все проблемы теперь ему решать, братика. Прикольная фреска. Слушай, а там, по-моему, было что-то, или мне показалось? Как будто вот внизу еще есть какой-то коридор, да? Да, есть. Ну, он тупиковый. Так, она, значит, наградила меня временем. Рассказала, что происходит. А ведь он отговаривал, говорит, не делай, брат, они не подвластны человеку. Старшие братья не слушают младших, что? Типичная что ситуация. Это было за место? А, не знаю. А что это было за место, мы с вами узнаем дальше по сюжету. Спасибо вам огромное за просмотр этой серии. Постараюсь не затягивать с выпуском второй. Если понравилось, поставьте лайк. Также жду ваши комментарии и, может быть, какие-то подсказки, пояснения. И до скорого. Пока-пока.